Приветствую всех, друзья, на канале, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня вы попадаете на мой новый видеоролик по проекту КСФЛ. У меня, ребята, 500 монет, калаш X-Ray, в общем-то, рентген, и получается, что в прошлом ролике мы просто на последнем издыхании сделали этот калашик, и цель сегодняшнего ролика — приумножить этот калаш вдвое. А получится у нас это или нет, узнаете, конечно же, досмотрев этот ролик до конца. Ну а три лучших победителя из моего прошлого видеоролика прямо сейчас у вас на глазах. Если именно ты хочешь попасть в мой новый видеоролик, но до сих пор не знаешь, как это сделать, тогда прямо сейчас пускайся в комментарии и пиши свой отзыв. Возможно, именно ты попадешь в мой новый видос. А 1000 лайков, конечно же, автоматически ускоряет выпуск нового видеоролика. Это КСФЛ, ребята. Все нужная инфа есть в описании. Давайте начинать. Начинаем сразу же с барабана бонусов. Введя мой мем сюда, который вы найдете в закрепе или в описании, вы сразу получаете плюс один халявный прокрут. Поэтому пользуйтесь, ссылка есть в описании. Ну и, конечно же, ребята, многие люди доверяют. Можно тоже посмотреть статистику, да, и сам максимальный уровень в партнерке, поэтому окей. Теперь, поскольку у нас сейчас калашик, вот такой вот, где он? Вот тут. И получается, мы его продаем, сразу же заходим в магазин, берем себе скинов по 15, парочку вот таких, берем себе скинов по 10, еще больше, вот так вот. И пробуем сейчас вылетать на также 15x. Вот тут был 19, и смотрите, какая огромная череда невезений была. Вот просто насколько она огромная была. Не представляю, как тяжело людям, которые в эту полосу попали. Даже, вон, видишь, 1,9. Ну, типа, не, вообще не идет. Но мы должны, ребята, хотя бы 5-6x увидеть. Я думаю, что на нашем веку это должно произойти точно. Но здесь в целом люди ставят не больше 15, да, 12-13. Слушай, ну это что-то вообще такая невезучая полоса. Если так дальше будет продолжаться, мы сразу выйдем. Но двоечку преодолевает. На этом спасибо. В принципе, мы уже можем забрать то, что потеряли. Уже в 3 раза больше. Ну и тут, конечно, вопрос уже такой изящный. Стоит ли, не стоит. Ну вот 5х, смотри. Блин, 15 хочется, капец. Конечно, это жадность, ребят, была. Все. Мы выходим, с позором выходим оттуда, потому что, да, не забрали. Вот здесь вот хоть раз желтая поймать, 350 монет, можно сразу ГГВП ролик заканчивать. Ну ладно, хотя бы сейчас X4, но там можно было 70 монет забрать и все. И было бы как бы нормалы. Ну, видишь, как оно бывает. Ну, да, X3 часто выпадает. Идем, получается, в дабл. Идем, вот ставим, давай вот так вот. Мы с вами, что, крутые. И красные. Пробуем поднять. Сейчас, если не получится, уйдем сразу в другой режим. Полетели. Ну да, ладно. Хорошо, пусть так. Расстраиваться не будем. Просто аккуратно сейчас будем пытаться подниматься. 5 монет, поехали. Блин, почему 2 и сразу краш? Смотри, больше 2 на 10 вообще не дают. Вот. Вот тут офигеть, вообще ничего не было, кто же знал. 45. Ну вот 3 еще реально угадать, как я понял. А четвертую уже там уже, ну, сложновато становится. Окей. Тогда мы попробуем сейчас 15 поставить. А, ход надо сделать. И аккуратно как-то. Окей. И вот ладно. Ну тут уже, ребята, поинтереснее, конечно, идет. 3 раза больше ставка. Ну, смотри, как он ее ест. Просто как он ее зверски съедает. Есть. Ну, тут, конечно же. Да. Вот это плюс. Вот это серьезный плюс. Хорошо. Ой, тут вообще, смотри, какая линия была. 138. Ну, вот тут уже как бы мне становится самому даже как-то, ребята, интересно, интересно. Давай. Вообще. Без претензий. Ай-яй-яй. Сорвалась, блин. Да, блин. Нет, ну ладно. Давай еще разок. Да, ё-моё, соскочила. Окей, 622, пусть будет 5. Блин, нифига себе, я стартанул, да, сейчас 2 угадать. Ну блин, вот знаешь, мечта прям угадать 3. Вот 3 это... Пипец, хотел 1000, это просто сразу деньги такие. Ну, это вообще, мне кажется, unreal. Хотя, ну, все равно, возможно же, рано или поздно. Ладно, тут идет слив, поэтому давай выйдем. Было вообще гораздо больше, но в целом пофиг. В целом мы все равно в плюсе. 5 на 5 берем, ускоряем игру. Опа, сразу соточка, смотри. Ну, это хорошо, соточка.
уровень сразу апаем. 39-й, надо 40-й. Давай, заходи, вот так. И еще давай. Не стесняйся. Давай вот 700 сделаем и ролик закончим, не? Можно так придумать? То есть начинали с 500, сейчас вот 700 поймать. Вот как-то вот вкусно. 650, красавчик. Ну, главное, что, ребята, нет-нет, и время... Вот, 700 есть. Или что, или побольше попробуем. Ну, или давайте, может быть, на 700 закончим наш видеоролик, да? В принципе, мы подняли на 200 больше. Сейчас выводим эмочку синий фосфор, довольно-таки дорогую, да. И, ребята, не забывайте, что все нужные ссылочки на проект CSFail есть в описании. На сайте есть, сколько? Не знаю, 7 видов режимов, да, по-моему. Краш, дабл, колесо, джекпот, ПВП-битва, диффуза, миньор и морской бой. Также на сайте есть бонусы, 0.25, все это есть в описании. Но у микрофона, как обычно, был Бог. Подписывайтесь на этот канал, ставьте ему лайки. Пока.